Приветствую всех на канале Мирохёрд. Меня зовут Ольга, и сегодня у нас с вами очередное видео с распаковкой моей посылки. Вы видите сейчас все, что в ней находится. Сразу хочу оговориться, что посылку получил достаточно давно, но просто, наверное, недель две назад не доходили руки снять видео для вас о ней. Но, тем не менее, фото посылки практически сразу я выкладываю в моей группе ВКонтакте с описанием. Поэтому не забывайте подписываться на группу, ссылка на нее будет в описании. Давайте я вам сейчас коротенько расскажу о всех тех продуктах, которые я приобрела и уже попробовала, поэтому обзор мой будет такой более основательный. Я не буду сейчас все сразу доставать из коробки, буду доставать по одному продукту и показывать вам. Вот вы можете видеть посылку, коробку я не выбрасывала, даже не выкинула такие две полиэтиленовые штуки. Итак, давайте, первое, что я приобрела, это коллаген. Это коллаген животного происхождения, второго типа, предназначен в основном для поддержки здоровья суставов. То есть, если у вас цель больше поддержать свою кожу, волосы, то скорее вам нужно приобрести коллаген первого и третьего типа. Но, тем не менее, определенное влияние на и кожу, и волосы коллаген это тоже оказывает. Просто цель его больше – это суставы. Выглядит он вот таким вот образом. Это вот такой вот порошок, который прекрасно растворяется в теплой воде. Производитель советует употреблять по 2 столовые ложки в день. То есть утром, натощак, за полчаса до еды. И ближе к вечеру, да, тоже перед едой, желательно за полчаса, потому что коллаген лучше всего усваивается именно на пустой желудок. И не забывайте, что с приемом коллагена вам необходимо принимать витамин С, так как коллаген, опять же, лучше усваивается именно с этим витамином. Я чуть-чуть уже отпила, коллаген достаточно приятный вкус, пьется он очень легко, никаких неприятных отторжений организма у меня не возникает, неприятного запаха вкуса он тоже для меня лично не имеет. На него очень хорошие отзывы на сайте iHerb, много людей почувствовали уже положительную динамику, но для того, чтобы именно вы почувствовали эффект, коллаген необходимо принимать около 3 месяцев, не меньше. Я пью порядка 2 недель, эффекта на себе пока еще не ощутила глобального. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы с суставами, то обратите внимание на данную фирму-производитель. К банке не прилагается никакой мерной ложки. Дозирую просто обычной столовой, как, в общем-то, советует производитель. Банка, на первый взгляд, достаточно большая, но, тем не менее, я думаю, что хватает ее не на очень продолжительное время. Думаю, что даже, наверное, может, месяц, да? То есть, чтобы курс пропить, вам нужно минимум 3-4 банки. Далее я вам покажу вот такую арахисовую пасту с шоколадом. Как видите, производитель поменял немного этикетки. Отличный продукт, очень вкусный. Вот эта банка еще у нас не начата. Это мы уже начали употреблять. И я вам хочу сказать, что, конечно, за 2 недели это немного мы съели. Но так мало мы ее съели не потому, что она невкусная или что-то с ней не так. Дело в том, что сейчас стараемся сократить количество сахара в своем рационе, поэтому едим ее совсем понемногу, очень дозированно, в основном утром, потому что все-таки, да, последние исследования утверждают, что сахар неблагоприятно влияет на здоровье человека и может даже нарушать различную гормональную систему, то есть непосредственно имеет влияние на гормоны организма. Это имеет отношение также и к детям, и ко взрослым, так что задумайтесь над этой информацией. А так, сама паста отличная, вкусная, к ней претензий абсолютно никаких нет. Дальше. Для себя я приобрела вот такие вот горошины. Это пробиотическая формула для женщин, которая помогает поддерживать и здоровье кишечника, то есть пищеварительной системы, и именно женское здоровье. Если, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. То есть микрофлору женских половых органов. Это вот такие вот горошины. Здесь еще была такая одна полосочка с 10 капсулами. Ее уже выпила, пропила, начала следующую. Горошинки очень маленькие, так что с проглатыванием вообще никаких проблем нету.
Производитель советует употреблять одну горошину в сутки, то есть курса хватает на 30 дней. Эффект я на себе почувствовала. Дело в том, что да, у меня были проблемы больше, конечно, с пищеварительной системой, но я думаю, что здесь все очень взаимосвязано. Но хочу сказать, что я думаю, что эффект, какое-то положительное влияние я ощущаю не только от приема этих горошин, а именно еще из-за того, что я очень поменяла на данный момент свой рацион питания. То есть я практически убрала сахар, да, ем в очень ограниченных количествах. Он очень сильно влияет на микрофлору кишечника. Я убрала практически все, что содержит в себе белую муку. Ну, естественно, там всякие газированные напитки, соки, это само собой разумеющееся. А, молоко. Убрала практически цельное молоко. Ну, не то, что практически, вообще его не пью. И сократила употребление на данный момент кисломолочных продуктов. Поэтому, как бы, эффект достигнут в комплексе, да. А капсулы сами помогают как раз восстанавливать эту микрофлору. И да, чувствую я себя намного лучше. Так что если у вас есть проблемы, то решать их стоит именно в комплексе. И начинать надо именно с вашего питания и с вашего рациона. Давайте покажу еще одну добавку, которую они вот как бы вместе идут. Очень связаны. Это инулин. Это вот такой вот порошочек. Абсолютно белый идет. Вот также мерная ложка. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Вот такой вот белый порошок. Инулин – это растительный препарат, который помогает как раз усваиваться вот всем вашим пробиотикам, лактобактериям, которые вы пьете, и помогает им заселиться в ваш кишечник и там размножиться. То есть я беру вот эту ложечку, растворяю в половине, наверное, стакана теплой воды. Очень прекрасно растворяется все. И запиваю вот этим раствором вот эту капсулу. Напиток приятный на вкус, сладковатый. Ребенок у меня тоже пьет, но она пьет тоже пробиотики, но не такие. И она сравнивает вкус со сладкой ватой, с такой карамель жженую ей напоминает. Тоже очень нравится. И да, эффект есть. Опять же, ребенок тоже на вот такой же сейчас диете находится, потому что у него были проблемы тоже с кишечником, с пищеварительной системой. Эти проявления, опять же, были у нее на лице, то есть стала шелушиться кожа. Но это все, опять же, злоупотребление различным пищевым мусором. Я знаю, она сама знает, что там всякие шоколадки, печеньки вредные. И вообще, я хочу дать совет, что когда вы покупаете продукты, если он состоит более чем из 5 ингредиентов, то, скорее всего, этот продукт вам не нужен. Ну, подумайте сами, вы когда готовите пирог, вы кладете туда что? Муку, яйцо, молоко, там, возможно, сахар, все. Почитайте, то, из чего состоят все эти тортики, которые лежат в магазине и которые хранятся очень-очень долго. Там список такой, как минимум, 50 ингредиентов, поэтому сами делайте выводы. Дальше приобрела вот такие вот две специи. Это карри для курицы, да. Все знают эту приправу. Ну, это карри, это такое общее название. На самом деле это смесь определенных ингредиентов. Это и кориандр, и куркумин, там, и паприка. В общем, масса всего. Отличная приправа. И вот такая вот тоже мексиканская приправа для всего. Тут и тоже есть перец чили, и лук, и там и помидор. Отличная приправа, очень вкусная. Мне нравится. Далее я приобрела вот такие вот две банки. На самом деле я покупала одну банку, но потом уже, когда я оформила заказ, он был отправлен, я увидела, что стоит она в количестве двух позиций. Ну, да ладно. В общем, это кальций, магний, витамин D3 для детей. То есть периодически мои дети пропивают такие вещи. Вернее, прожевывают. Состоит из вот таких вот зверюшек. На вкус, скажу так, старшей дочери нравится вкус, младшая не очень его оценила, но тем не менее жует, потому что понимает, что выбора особого у нее нет. Что хочу сказать. Полезен для детей, особенно вот кальций, но кальций плохо усваивается, опять же, без витамина D и с недостатком, если есть в организме недостаток магния. Полезно для детей, если у вас ходит ребенок в какую-то спортивную секцию, магний действует расслабляюще на мускулатуру, витамин D3, ну, он здесь в очень профилактических дозах,
И сейчас недостаток большой солнечного света. Но, кстати, как подтверждают различные исследования, даже у людей, которые живут в каких-то теплых, более южных местах, и у которых больше солнца, у них тоже есть недостаток витамина D. Что хочу сказать, здесь идет достаточно небольшая очень дозировка, то есть ребенку, у которого меньше 4 лет, все эти ингредиенты восполняют недостаток. Ну, тут 33%, 36%, 63%, это 2 капсулы. А ребенка, которому старше 4 лет, на 25%, да, это восполнение витамина D, кальция на 19%, магний на 12%. Так что не такое. Мы пьем по 2 капсулы всего лишь в день, как именно дополнение к рациону. Вот такие вот 2 банки. И последнее, это вот такой вот витамин С, тоже детский, достаточно очень хороший производитель, хорошо зарекомендовал себя на рынке. Вот такие вот тоже жевательные зверюшки с приятным таким апельсиновым вкусом. Без проблем дети жуют, вкус нравится обеим, все довольны. С утра, после завтрака разжевывают, потому что сейчас зима, холодно, иммунитет ослаблен. И для того, чтобы предотвратить или ослабить нашествие на организм детский различных вирусных заболеваний, в качестве профилактической меры, я считаю, неплохой вариант на данный момент. Вот, в общем-то, вся моя посылка. Вот я вам показываю пустую коробку. Больше мне ничего нет. Если было интересно, ставьте лайки. Если интересны мои видео и обзоры на продукты, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Всем пока, до новых встреч!